очень медлительным учеником. «Тише едешь, дальше будешь». Принципам улитки Ева была верна с пеленок. Спокойствие, терпение, усидчивость – черты характера, так необходимы мастеру по керамике. Даже на эту небольшую фигурку уйдет 3 часа. Для Евы они в радость. Хотя изначально девочка пришла на музыкальное отделение по классу флейты. «Я хотела остаться там, но все учителя говорили, что мне стоит остаться именно в художественном отделении, видя, как бы, что у меня получается, какие работы. Но я думаю, это не зря мне они посоветовали. Хотя, конечно, у меня все еще есть желание, как бы, закончить флейту». Даже в конкурсной работе по керамике есть место музыки. Свистулька служит крышкой сосуда. Ева слепила его в жгутовой технике. Детали декорировала вручную. «Лесная сказка. Это говорящее солнце, это лес, это птицы. И как бы в народном искусстве, именно вот по керамике, используются свистульки, чтобы занять детей. И поэтому я решила как бы добавить ее туда, чтобы, ну, тематично». Размышляя на заданную тему лесной сказки, Еве пришел в голову Пушкин, Лукоморье, Зеленый дуб, чудеса. Творческий порыв в нужное русло направила преподаватель. «Первый этап мне посоветовала учительница поучаствовать. Потом, когда я уже знала, что в первом этапе я выиграла золото, то, конечно, у меня как бы появилась мотивация, чтобы участвовать дальше и создавать сильные работы. Поэтому, да, было желание». Желание лепить не проходит у мастерицы почти 9 лет. Друзья Евы давно одарены керамическими ангелами, животными, деревьями. Но большинство работ хранятся здесь, в школе искусств, под присмотром учительницы. «Я за нее радовалась больше, чем за себя даже. Вот в каких-то, участвуя сама в каких-то конкурсах, фестивалях, не так радуешься за себя, как за своих детей, потому что им же не передать именно свои мысли и чувства, а вот то, что она сделала, в принципе, я в нее это все вложила и получила то, что я хотела». Еве 15. Старшеклассница давно задумывается о будущей профессии. Точнее, с ней-то как раз все ясно. Вопрос, куда пойти учиться дальше. «У нас в России мало вузов именно по керамике, поэтому можно заниматься этим отдельно, самостоятельно. Но думаю, да, я все-таки свяжу с этим свою жизнь. Мне это очень нравится». Побеждать тоже нравится. В 2018-м Ева была среди лучших на всероссийском конкурсе юных керамистов «Мир глазами детей». Получила путевку в Артек. Чем, кроме золотой медали, Амичку наградят организаторы Дельфийских игр, пока секрет. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.